Между тем, в Сургуте за последние сутки зарегистрировано 16 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Больше только в Мегионе. Там прирост составил 30 человек. В тройке за последние сутки оказался и Нефтеюганск с 14 подтвержденными случаями ковида. Всего в регионе за последние сутки 105 случаев. Таким образом, в Югре на 29 мая их 2133. Больше всего заболевших по возрастной структуре среди людей от 30 до 49 лет. Из контактов в очагах заразились 80 человек, 6 случаев завозные. Контакт уточняется в 19 случаях. У 47 человек коронавирус протекает бессимптомно. Симптомы ОРВИ у 35 югорчан, у 23 пневмонии. По сообщению Департамента здравоохранения округа, из всех случаев ковида в регионе на данный момент 28 человек в реанимации, 14 подключены к аппаратам вентиляции легких.